Прикинь, что нашел. 14-летний подросток устроился на работу в SpaceX. Кайран Квази в 2 года уже говорил полными связными предложениями. Я сразу никого не видел, ФБР. А в школе ему было слишком просто, поэтому с 9 лет он учился в колледже, а с 11 в университете, попутно еще и проходя практику в исследовательской лаборатории Intel. А в этом году, в возрасте 14 лет, он закончил университет и прошел собеседование в SpaceX. Будет теперь там старлинковскими спутниками заниматься. В свободное время этот Рэйл Шелдон любит играть в компьютерные игры и читать научную фантастику. В этом мы с ним, кстати, похожи. Ну, только в этом, собственно, и похожи. Мне 32. Вот такой вот маленький гений. А чего добился ты? Я вот...